Сочинский филиал «Урапро» был открыт 15 августа 2002 года. Тогда в клинике проходил прием пациентов по направлениям гинекология, урология и проктология. Позже были открыты отделения хирургии, дерматовенерологии, озона и физиотерапии. В мае прошлого года клиника переехала в центральный район Сочи. Здесь стало возможным проведение операций с использованием наркоза. Также открылись отделения косметологии и дневной стационар. Безоперационное направление в лечении аденомы и именно термекс-терапия, о которой я рассказал, это тоже то, чем занимаемся только мы в нашей клинике. Отделение гинекологии, опять же, используя аппарат Сургитрон, тоже этим никто не занимается. Также сейчас начинают использовать процедуры специальные по устранению, скажем так, затруднения проходимости маточных труб. По желанию, пациент медицинского центра может пройти лечение анонимно. На сегодняшний день клиника является одной из ведущих в Сочи, а по некоторым направлениям оказывает эксклюзивную медицинскую помощь. Лечение идет при использовании безоперационных технологий. Да? То есть если раньше человеку, когда ему фактически ставился диагноз геморрой, ему грозила операция, сопровождающаяся кровопотерей, вот, сейчас он тот же эффект может получить, но при безоперационном подходе. То есть это либо накладывание резиновых колец, либо это прошивание геморроидальных узлов, либо это тот же самый радиоволновой аппарат, который позволяет перианальную косметику выполнить. Прием в центре УРАПРО проходит строго по предварительной записи. Для этого нужно позвонить по телефонам 266-00-72 или 8-918-910-31-73. Вас внимательно выслушают, проконсультируют и подберут удобное время для посещения клиники. И не забывайте, что весь август в честь дня рождения УРАПРО скидка на лечение во всех отделениях клиники 15%. Международный медицинский центр УРАПРО работает ежедневно, кроме воскресенья, с 8 утра до 8 вечера по адресу Сочи, улица Параллельная, 9, литер 5. Телефоны 266-00-72 и 8-918-910-31-73. Галина Захарова, Демид Даниловский, телекомпания ФКТ.